теперь о том, как все-таки плести мою сервировочную салфеточку. У меня уже есть мастер-класс плетения сервировочной салфетки трубочками 10, скрученными на полосу 10 сантиметров. Я не закрываю таким образом там донышко. Вот здесь попробую вот при закрытом донышке показать, как я начинаю. Первое, что нужно сделать, завести сюда трубочку. Потом я для себя решила, что буду использовать двойную полосу. Но первый круг, поскольку здесь у нас уже фанерочка есть, да, я буду подставлять одну полосочку. Всегда, чтобы потом была возможность работать с хвостиками, я их оставляю, потом заправляю. Работаем только с верхней дырочкой, чтобы не перекрывать наше. Сейчас покажу. Если мы будем продевать сюда плетение, мы будем закрывать вот эту нашу красоту. Поэтому работаем только с вот этими верхними отверстиями. Сейчас вынимаю плетение и начинаю по новой. Продеваем. Ставим. Хвостик лучше спрятать сюда под трубочку. Вот я его прячу под трубочку. Не прячется, значит, нужно немножечко подлиннее его сделать. Вот трубочку. Потом в конце плетения, не волнуйтесь, я его припрячу. И пошли оплетать. Первый ряд у нас будет немножечко выглядеть виточки по диагонали. Вот так вот свободненько. Здесь можно чем-нибудь закрепить. Булавочкой, прищепочкой, канцелярской. Канцелярским зажимом, неважно. Вот взяла такой зажим для удобства плетения, чтобы у нас не выскакивало оно. И прижимаю. Дальше можно спокойно плести. Наращивание будем производить. Тут можно немножечко шилом помогать. Так, наращивание будем производить. Еще есть хороший инструмент, если кончик сыроват у меня, если честно. Вот. Наращивание будем производить под, не над, а под. Поэтому с изнаночной стороны поворачиваю, мне так удобнее, делаю срез. Срез до дырочки, до отверстия, если так правильно сказать, да? Готовлю еще одну трубочку. Связаю раструб. Пользуюсь полимерным клеем, как всегда. И продолжаю плести. Здесь придерживаю. Если не ожидаю, пока клей застынет, да, значит придерживаю пальчиком. Делаю такие виточки. И так далее.
Мы дошли до момента, когда нам необходимо нарастить обе трубочки, да? Вот у нас лицевая сторона. Но не исключаем возможности использования и другой стороны, поэтому стараемся сделать так, чтобы вторая сторона у нас тоже была аккуратненькая. Это все-таки будет сервировочная салфетка. Все, я подготовила две трубочки. Трубочку основу. Напоминаю, первый ряд, трубочка основа у нас идет. Извините, раструб не срезала. Трубочка основа идет одиночная, потом она будет двойная. Наращиваем рабочую трубочку и наращиваем трубочку. Накручиваем основу. Немножечко я принимаю вот эту трубочку. Так. А основу не трогаю. Основу у меня, видите, не плещет. Продолжаю плетение дальше. Что мы сделаем? Можно было отрезать, чтобы хвостик сравнялся с вот этим рукавом. Обычно мне это не мешает. Перекрываю и придавливаю вот эту петельку. Завожу петельку сюда. Вот. Дальше у нас идет следующий ряд. Не смущайтесь вот этому перегибу, потому что когда вы закончите плетеночку, вы должны перейти, будете потом вровень к этому ряду. Что мы делаем сейчас? Мне нужно добавить, как я и хотела, вторую мою полоску. Поэтому все прячем вот этот петель. Вот это самый трудный и ответственный момент. Дальше эта трубочка уже должна проходить вот здесь. Поэтому совпало и наращивание. Подождать, когда клей высохнет, и потом уже протягивать трубочку. Так. И возвращаемся. У меня развалилась вся конструкция. Подставляем. Проводим. Помогаем шилом. Здесь пальчиком помогаем, продвигаем место склеивания. Все, первый ответственный виточек сделан. Дальше плетем. Первый ряд будет сложноват. Вот так. Поскольку самый первый ряд от донышка у нас было большое очень расстояние между виточками, в следующем, получается, во втором ряду будем делать к каждой петельке дополнительную петелечку, как в обычном корневом плетении. Раз, два. Не затягиваем. Ну, оставляем так ориентировочно здесь вот миллиметр, так, если присмотреться. Опять дополнительную.
опять под петельку. Ну и таким образом плетем весь круг.
Продолжаем. Прошли один ряд. Продолжаем дальше. Теперь будем проплетать каждую.